Визит на малую родину. Айртауский район посетил председатель правления акционерного общества Национальный научно-медицинский центр Абай Байгенжин. Он побывал в центральной районной больнице, ознакомился с материально-технической базой. Репортаж нашего корреспондента. Абай Байгенжин родился в селе Батай Айртауского района. На свою малую родину председатель правления АО «Национальный научно-медицинский центр» приехал по работе. В первую очередь он посетил центральную районную больницу, ознакомился с ее материально-технической базой. Айртауская центральная районная больница состоит из центральной районной больницы, 10 врачебных амбулаторий и 3 фельдшерско-акушерских пунктов, 57 медицинских пунктов. По поводу приезда Байгенжина Абая Кабатаевича, я бы хотел сказать то, что он берет шефство нашего района, оказать теоретическую помощь, консультативную помощь, диагностическую, клиническую лабораторию, частично переоснащение. В поликлинике 27 кабинетов, здесь работают 37 врачей. Рассчитана она на 600 посещений в день. Сейчас загружена на 80%. Зимой будет больше, говорят медики. Ежедневно за помощью сюда обращаются порядка 400 айртауцев. Условия хорошие, отношения хорошие, санитарки очень хорошие, медсестры хорошие. Большое спасибо им, конечно. О людях заботятся. Реанимация, терапевтическое отделение, кабинеты рентгена, ФГДС. Абай Байгенжин интересуется оснащением. Сейчас мы в кабинете УЗИ. Проводим обследование УЗИ брюшной полости, почек, беременных, акушерство, гинекология, щитовидка, мягкие ткани. Аппарат хороший? Да, аппарат неплохой. Но работает этот аппарат УЗИ на частоте 5 МГц. Он уже устарел. Сегодня нужно оборудование в 2 раза мощнее. С его помощью можно получать более четкую картинку. Цель нашего визита была в том, чтобы по программе Рухани Жангру посмотреть и постараться помочь. Ряд оборудования требует обновления. В первую очередь мы хотим сейчас наладить тесное повседневное сотрудничество с коллективом этой больницы для того, чтобы улучшить и ускорить постановку диагноза и затем перейти к современным методам лечения. Для этого, конечно, здесь не хватает еще оборудования, ни диагностического, ни лечебного. Я думаю, что мы поможем. В завершении рабочего визита в Доме культуры прошел круглый стол с участием Абая Байгенжина. Он рассказал о деятельности Национального научного медицинского центра и поблагодарил айртауцев за теплый прием. Абай Байгенжин получил звание почетного гражданина Айртауского района. Денис Евков, Жудасбек Ермуканов, новости МТРК.